Тюмени задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления в отношении ребенка. Днем 9 октября неизвестный напал на девочку 2008 года рождения. Это случилось в одном из подъездов дома номер 76 по улице 30 лет Победы. Пострадавшая смогла вырваться и убежать. Мужчина скрылся. Был составлен фоторобот. Объявлен розыск. По данным Следственного комитета, сейчас по уголовному делу проводится сбор необходимых доказательств. Расследование продолжается.